Ну и чемпионы России в танцах на льду в этом сезоне — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Очень симпатично, быстренько, тоже новый номер, новый показательный номер, что является очень важным для этого времени. Елизавета Худайбердиева и... Ну и такое очень теплое начало со своим Summer Time и Sex Bomb на Тинькофф Кубке Первого канала обеспечили нам чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.